Всем привет! Анатолий огребает картошку первый раз. Пока учится еще. На два разика проходит. А то начал в начале, оно взрывается у него. Главное не давать ему зарываться, он спокойненько прорыл, а тут уже показал ему как. Доволен. Скорость обработки быстрая. Картошка уже большая. Посадка была в гребень, сейчас огребать хорошо, канавка уже изначально есть, картошка уже большая. Зарылся, благо реверс есть. Отлично получается. Сейчас она научится, будет хорошо. Тяжело с непривычки. Тяжело бегать? Тяжело. Получим руками. Сколько выхуячил. Да. Вот, цепочку, как говорил, переделали. Вот, насошник как раз под плужочек еще. Взял сегодня окучник маленький. Здесь ограничитель сделали, чтобы он не завалился сильно, и все. И все плавающее на одном шкварне болтается. Работает отлично. Ну не тяпкой, маслач. Быстро. Так, ну все. Травка подрастет. Всем пока.